Пора отпусков и пора отдыха, пора задуматься о безопасности. Лесные ландшафтные пожары, как результат отдыха, частое явление. Избежать возгорания и трагедий при пожаре можно, выполняя элементарные правила безопасности. В первую очередь действует правило такое. Пожар легче предупредить, чем ликвидировать. Каждый, кто хоть на секунду берет зажигательный предмет в руки, он должен задать себе это правило, насколько он его будет соблюдать. Отдохнуть на берегу, в лесу или дома – законное право каждого человека. Но статистика упрямо доказывает – беспечный отдых заканчивается печально. Ежегодно в России примерно 18-20 тысяч гибнут при пожарах. Тоже здесь нет никакого лукавства. Основной – это человеческий фактор, и тоже это в основном состояние алкогольного опьянения. Все пожары, которые происходят в частном секторе или в многоквартирных жилых домах, это несоблюдение элементарных правил по обращению с огнем. Курение в постели в состоянии алкогольного опьянения и так далее. Если он отдыхает в заказнике, в заповеднике, он должен поставить в известность администрацию людей, которые отвечают за эту территорию. Если эта территория малоконтролируема, то значит должен применить все правила предупреждения, а именно, если он хочет развести костер, значит, у него должны быть какие-то подспудные ему на данный момент приспособления, которые могут ликвидировать распространение огня. Это могут быть хлопуши, это могут быть ветки деревьев, это может быть простая канистра с водой. То есть, если вы выезжаете на природу, то маломальский запас воды у вас должен быть всегда с собой. В крайнем случае можно использовать огнетушитель, который находится в автомобиле. В сухую и жаркую погоду лучше воздержаться от посиделок в лесу с разжиганием костра. Это же правило действует и для романтиков, отправляющих в небо фонарики с желаниями. Неизвестно, где приземлится огненная мечта и какие последствия вызовет безобидное на первый взгляд действие. При пожаре, приняв необходимые меры для тушения, звоните 112 с мобильного. Телефон единой диспетчерской службы 320-94 и 051 с мобильного.